На телеканалі «Репортер» чергова студія, важлива студія під час війни. Ради вітати Ілону Ремігайлу, експерт щодо готельної справи в сфері туризму. Ради вітати тебе, ради бачити. Привіт, Ілона. Наскільки я розумію, зараз під час війни говорити про туризм, про розвиток туризму, про розвиток готелів, незручно, не всі про це говорять. І зараз багато готелів, вони стали такими гуманітарними хабами, приймають тимчасово переміщених осіб. Що ти розкажеш щодо свого особистого досвіду і як взагалі працюють колеги? Наскільки вижу по ситуації на Західній Україні, більшість готелів участвують в ініціативі государства по розміщенню вынужденных переселенцев в тих районах, де наиболее небезопасно находиться. В данном случае коммерческие, то есть у нас в Трусковце очень много санаториев еще государственного значения, которые так или иначе относились там к коммерческой уже недвижимости. Тем не менее, предоставлены были площади для размещения бесплатного с детьми, с домашними питомцами. Рестораны готовят по очереди еду, выстраиваются очереди на улицах для получения гуманитарной помощи. Город всячески оказывает помощь, и в том числе все государственные структуры по оформлению лиц, которые переселились на данную территорию. Наша территория не стала исключением, то есть в большинстве, конечно, люди приезжают бронируя или приезжают, проезжая мимо отеля. Вот. Бывают такие ситуации, то есть мы не поднимали тарифы, мы, конечно, обязаны платить налоги и каким-то образом содержать штат и покупать те же продукты для того, чтобы осуществлять какую-то гуманитарную функцию. Вот. Но при таких ситуациях, когда человек не может уехать, но ему нечем более платить за номер, мы предоставляем, скажем так, поселение в конференц-зале, у нас есть такая возможность, это просто матрасы, такие кровати, вертолеты для того, чтобы люди могли ночевать, и есть такой момент. Я так розумію, що готельний такий комплекс взагалі, я маю родину готелів українських, вони про розвиток якоїсь сфери, на жаль, говорити ми не можемо. Тому що вся економіка, вона отримала такий удар, якщо пандемія, ковід, це був такий ще, не досить відчутний, хоча ми, коли розмовляли з тобою, вже були проблеми у колег і взагалі, то війна – це більш такий суттєвий удар. Ми з іншого боку, ми чуємо, як уряд, Кабінет міністрів, Президент закликають до роботи, працюйте, якось гроші повинні йти від одного до іншого, щоб там податки сплачували. Як сфера, як галузь буде відновлюватися? Хоча ми зараз спілкуємося і, на жаль, до кінця війни ще далеко. Да, очень бы хотелось верить в оптимистичные строй прогнозы. Все-таки, ты знаешь, я вспоминаю 2014, к сожалению, год, как раз находясь в Одессе, в эпицентре событий, которые совершенно выбили из колеи. Я хорошо помню опустевшие внезапно все отели в Одессе и непредвиденные обстоятельства. Нам всем было очень страшно, не знали, что делать, но... Был наплыв некоторых постепенно туристов, даже иностранцев, которые, особенно Израиль, знаешь, они там привыкли к такой ситуации, как война, и говорили нам: ребят, вы еще не знаете, что такое война, и все у вас еще хорошо. Никто бы не мог предсказать такой вариант событий, как сейчас. Это вообще, форс-мажорнейшие обстоятельства. Как мы будем работать? Мы будем работать, так или иначе. Я думаю, что... Я вообще верю в туристическую сферу, так или иначе. Будет в отелях работа, я практически уверена, потому что, особенно города-миллионники,
поедут, так или иначе, война закончится, все войны заканчиваются. Нам нужно это пережить, выстоять. Но поедут специалисты, поедут гуманитарные, то есть журналисты, много будет различных миссий. То есть это будет связано с продвижением такого бизнеса. Да? Мне кажется, что будет привлекательна страна для инвестиций, для отстраивания, то есть будет какой-то капитал. Это все люди, которые должны будут приехать и где-то жить. Все равно, да, может, это не будет, пока мы говорим о сфере больше бизнеса. Да, то есть, что касается туризма, ну, страна, вот посмотри, еще какое-то количество времени назад, я не могу говорить, год-два, об Украине так массово не знали. Увы, такие обстоятельства, что так узнали, и смотрят, и гуглят, и страна красивая. У нас есть весь потенциал для того, чтобы приглашать к себе туристов. Мне кажется, что интерес к нации, к нашей, к людям, которые живут на этой территории, к даже отдаленным уголкам, к Западной Украине, к Центральной, к Южной, интерес будет. Будут люди приезжать, хотеть увидеть своими глазами эти места, этих удивительных людей, которые здесь живут и так борются за эту землю. Что-то в ней, значит, есть притягательное. Я в это очень хочу верить, и поэтому искренне призываю всегда не отчаиваться, продолжать работать, как бы ни было сложно, оптимизировать расходы. Мне кажется, что государство тоже будет в этом случае очень помогать. У нас сейчас даже в отелях, которые находятся на территориях, где не все очень сложно, мы не платим налоги, да, мы как-то имеем какую-то поддержку. В то же время Западная Украина старается работать, выплачивать государство налоги, чтобы было хоть как-то проще. Я, значит, ти викладач, працюєш з майбутніми експертами в галузі готельної справи, ну і туризму взагалі. Чи нема таких побоювань, що зараз там війна, і можливо, спеціалісти в цій сфері деякий час в них не будуть зацікавлені? Будуть зацікавлені в будівельниках, щоб там будувати там дома, розбудовувати Україну, там дороги, лікарні, школи. А ось готелі це там, на жаль, там не друга і не друге, і не третє місце в черзі на того, щоб стати професіоналом в цій справі. Нема таких побоювань? Каждый год есть какая-то приверженность, мода на профессию, так сказать. Где-то 2 года назад, 4 года назад, 5, появилась мода на профессию там, отельно-ресторанный бизнес. Она появилась, массово студенты стали поступать, открылись кафедры. Вот. 2 года назад мы ощутили небольшой отток, связанный был только с модой на то, что больше в маркетинг пошли ребята, то есть показалось, что эта сфера более интересна, потому что фриланс. Я не вижу оттока и причин для оттока. Сфера будет развиваться. Я тебе больше скажу, мы с преподавателем сейчас разрабатываем новые курсы, которые идут очень много со временем, новые совершенно темы, которые доступны будут в эксклюзивном варианте, в некоторых, вот, в том числе в нашем Одесском национальном экономическом университете. Вот. Интерес есть, я скажу, что ребята приходят на пары в полном составе. Паник, то есть никто не написал там академот, отпуск. Ребята не ушли там на заочное обучение. Они продолжают ходить на пары, они продолжают выполнять свои работы. Вот. Ну, они, конечно, бывают ситуации, когда мы прекращаем его там, в зависимости от сирен, но я не вижу у них не горящий глаз. Все будет хорошо, и все равно эта специальность будет востребована. Она очень приятная, воодушевляющая, работа с людьми, и в этой стране перспектива этой профессии однозначно есть. Я дуже радий, що є такий оптимізм, і теж хотілося б його розділити, це добре, що професіонали працюють з оптимізмом. А Ілона, скажи, будь ласка, чи є якийсь взаємозв'язок з іноземними колегами, закордонними, можливо, там десь обмінюєтесь там не досвідом, можливо, і досвідом, якимись думками, як там працювати, відновлювати галузь, з точки зору економічної ситуації в країні. Може там хтось там підбадьорить тебе, там скажуть, ось все буде добре, там хоч так. Ты знаешь, мы запустили такой челлендж для европейских жителей Европы, для ательеров, которые понимают все боли сейчас нашей сферы. Там, забронируйте
проживание с открытой датой, помогите отелям в Украине, ну, скажем так, даже платить зарплаты персоналу, поддержите наши отели. Откликнулось очень много европейцев, неравнодушных. То есть ты просто бронируешь, да, через там сайт, и мы снимаем там оплату, мы эти деньги расходуем на то, что нам необходимо для помощи государству, жителям в том числе. А вот, а у людей будет возможность приехать. Я не думаю, что многие этим воспользуются, но это такое плечо рядом важное, для понимания того, что ты не один, и тебя поддерживают сообщество. В том числе очень приятный был факт того, что ательеры, вот, ну, Хилтон, да, заявлял о том, что они там 5 ночей дают бесплатно для, при предъявлении украинского паспорта. Это ли не прекрасно, да, это отели с мировым именем, и я думаю, что то, что сейчас и курсы различные открылись в бесплатном доступе, немаловажно и для нас, как специалистов сферы. Поэтому очень здорово, что мы можем меняться, обмениваться этим опытом и получать его сейчас. Так что поддержку мы чувствуем, так или иначе, особенно сетевые отели, они эту поддержку хорошо ощущают. Вообще такий важливый момент. Керуючому якимось закладом, ну, важливо, ну, як мені здається, під час таких форс-мажорних подій, а війна – це форс-мажорна подія, якось зберегти колектив. Ну, або не зберегти, або пояснити, що, ну, зараз, ну, важко, але згодом ми і підтримуємо, і знову візьмемо на роботу. Я розумію, що 100% залишити колектив, а якщо він був великий, ну, є якісь проблеми. Як ти, як твої колеги виходять з цієї, ну, деликатной, непростой ситуации? Крайне сложно, крайне. Я сейчас выступаю как раз тем ательером, который, наоборот, испытывает поток гостей и нехватку персонала, поскольку, знаешь, да, в Западной Украине очень многие семьи имеют людей, которые до этого работали в Европе, да, и при такой ситуации они забрали своих родных с территории на более безопасную за границу. И у меня так произошло, что, ну, у нас была нехватка. Ребята стали работать в овертайме. Я приняла решение поддержать персонал и поднять зарплаты. Но, опять же, у меня была такая возможность, потому что у нас есть реальные гости, у нас есть с чего эти зарплаты платить. Что касается оптимизации, ой, тут сложно, конечно. Тут некоторые люди уехали, и так само собой получилось, что они на данный момент не работают в Одессе, насколько мне известно. То есть сокращен штат там, даже до 50%, то есть выходят на работу только те, кто там остров, линейный персонал. Вот, как правило, управляющие лишают себя большей части зарплаты для того, чтобы иметь возможность выплатить линейному персоналу, то есть тем людям, которые в большей степени страдают от этого. Вот, объяснить это необъяснимо, все все прекрасно понимают и просят хотя бы какую-то работу, удаленную, неудаленную, что-нибудь, для того, чтобы какой-то минимальный заработок был. Поэтому для нас самая главная задача – это обеспечить людей зарплатой. То есть те деньги, которые получаем от гостей, мы в большей степени тратим. То есть основная статья сохраняется – это фонд оплаты труда. Вот все остальное – оставляется на потом, увы. Это касается коммунальных платежей, налогообложения, то есть это все откладывается, ну, за неимением возможности. Но зарплаты – это первоочередная задача сейчас. Ілон, я бажаю тобі, твоїм колегам гідно триматися, успіхів в роботі, щоб якомога швидше цей період, ну, закінчився, і обов'язково, щоб люди їхали, відпочивали і психологічно, і фізично. Дай Боже.